запустить. Дельфины встают, там у сопки у подножья, где я тебя. Женек сегодня заряжает свои базуки, даже не как. Я уже зарядил свои базуки. Женек он готовит. Сегодня приехали сюда, там уже он рубачит. Везде. Погода сегодня просто обалденно. Солнце светит в 5 утра. Загорай, моя спина. Сейчас приготовимся, я пойду бурить. О, у меня бур там лежит. Все. С вами Михаил. И вы на канале Russian Comics. Подписывайтесь, ставьте лайки, а мы рубачить. Погнали! Ага, сейчас. Так, Женька выставляет базуки. Да? Всем, да, уйти. И все. Так, первая поклевка. Воду. Холодно как. Все, посмотрим, что есть. Бля, на улице свежо. Свежо, свежо, свежо. Все, что ли? Ну, чё? Наверное, эмоции. Что-то вообще не идёт. Не хочет. Ладно, будем так вытаскивать первую поклевку нашу. Ой, травы-то столько, ё-моё. Короче. Ложная тревога. Вот такая мотня. Бабовка очередная. Ох, идем. Ё-моё. Смотрите. Вы джедлок-то, бля. Смотрите. Прикинь, вот это дура, ё-моё, красивый какой, ё-моё, смотрите, мужики, вот это щука, просто бомба, ё-моё, вот ты даешь, ё-моё, вот это щука. О, какой он. Весь был в пиявках, по ходу дела. Вон, обкусанный весь. Вон, вон. Ё-моё. Вот это да.
Вот это экземпляр. Вот это да. Давай сюда. Челюсть открой. Зубастый. Короче, не убежит уже. Вот такой зубастый. Начинаем дальше рыбачить. Ё-моё. Вот это да. Вот это поворот. Вот это мамка. Ну не мамка, но мамка точно. Ух, какой он, блин, красивый. Я думал, не придет. Ах, вообще шикарно. Ну что, друзья, улов сегодня какой-то такой жиденький у нас. Не так сильно, как надеялись, как вчера будут клевать. Клев такой не особо актив. Ну, начинаем дальше, короче, рыбачить. Давайте, оставайтесь с нами. Ну-ка. Монстр. Монстрилла. Это цултат бахулас. Ага. Это дергат. Вообще классный, да? Вообще суперской. Сейчас колот я сфоткает на тая делеса. Да, вот тая, да. Тая, бэр. Мамка, папка. Мамка, папка, не до бабка. Вот это рыба. Тая бы мы если бы лепты, но аджан глок туда. Да. Это большой. А мы бля. Правильно в этот чувак. Вот тая инцитеден, вот тая, да, бля. Это живая рыба. Рубище. Красавица! Бурлядя! Все, поймали! Вот такая! Красавица, да? Все, шикарно! Шикардос! Зацепим ее! Все! Класс! Ну, вот такой экземплярчик. Нормальный, красивый. Ничем не воняет. Ну, вот и все, друзья. На этом мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалку. Поймали мы сегодня вот столько. Как говорится, клёво почти не было. Да, Женя? Вообще почти не было. Погода у нас распогодилась. Все. Кому нравится, проставляйте лайкосы. И мы поехали домой. Все, всем пока.